Армысыздар, қадірлі көрермендер. Бүгін Алматы облысында коронавируспен күрес шаралары бойынша сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямыздың қонағы Алматы облысы әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов. Біздің сұхбат екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде біз облыс әкімінің баяндамасын тыңдайтын боламыз. Екінші кезекте бізге келіп түскен сұрақтарға студия қонағы жауап беретін болады. Здравствуйте, уважаемые зрители, в прямом эфире телеканала ЖТСУ. Сегодня мы будем обсуждать вопросы по противодействию коронавирусной инфекции. Гость нашей студии, заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжұманов. Наша встреча будет состоять из двух этапов. В первую очередь мы заслушаем доклад заместителя акима Алматинской области. Во втором этапе наш гость будет отвечать на вопросы, которые поступили к нам в студию. Батыржан Байжұманович, қайырлы күн. Сіздің баяндамаңызды тыңдап шықса қалдым. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті қатысушылар. Елімізде, оның ішінде Алматы облысында коронавирустық инфекцияға қарсы шаралар жалғасуда. Пандемия әлі де тұрғындардың денсаулығына қауіп туғызуда. Осы ретте Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік комиссия шешіміне сәйкес республикада 5 шілдеден бастап 14 күндік карантиндік шектеулер енгізілді. Барлық қабылданған шектеулер облыста эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандырады деп сенеміз. Соңғы аптада инфекцияның өсу қарқыны 4% құрады. Облыста эпидемияға қарсы және залалсыздандыру шаралары жалғасуда. Бүгінгі күнге облыс бойынша коронавируспен ауырғандар саны 2749. Оның ішінде 1290 адам жазылып шықты. Соңғы тәулікте 8 адам коронавирустық инфекция белгіленген стационарға жатқызылған. Жалпы медицина қызметкерлерінің бақылауында 5581 адам, оның ішінде стационарлық емдеуде 2583, симптомсыз үй бақылауында 895 адам, үй карантинде 2103 адам. Инфекциялық бөлімнің реанимацияда ауыр және өте ауыр жағдайда 41 адам бар. Оның ішінде 15 науқас өкпені жасанды жолмен желдету аппаратында жатыр. Бүгін облыста стационарда пневмониямен 2517 пациент емделіп жатыр. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге жоғары. Оның ішінде 86 науқас ауыр және өте ауыр жағдайда. Өткен жылы пневмониямен 98 адам қайтыс болса, биыл өкінішке орай 190 адам көз жұмды. Облыста соңғы аптада провизорлық бөлімінен 618 адам емделіп шықты. Жалпы алғанда, күнделікті 150-ден астам адам емделіп шықса, 200-ге жуық науқас емханаға түседі. Ауру асқынған пациенттер санын өсуіне байланысты инфекциялық стационарда соңғы 2 аптада төсек саны 3 есе, яғни 17 стационарлық мекемеде 150-ден 500-ге дейін арттырылды. Пневмониямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 31 стационарда төсек саны 1000-нан 3000-ға дейін көбейтілді. Мәселен, Талдықорған қаласында 300 төсек инфекциялық стационар облыстық аурухана базасына көшірілді. Тері-венерологиялық диспансер базасында 85 провизорлы төсек орын ашылды. Сонымен қатар, бүгіннен бастап облыстық фтизиопульмонология орталығында 120 төсек провизорға науқастарды қабылдау басталады. Қазіргі уақытта жұқпалы аурулар ауруханасының жүктемесі 56%, провизор 86%. Жалпы стационарда ем алып жатқан адамдардың басым көпшілігі 50 жастан асқан егде азаматтар, оның ішінде 90% қан қысымы, жүрек тамыр, қан диабеті, обыр ауруларымен ауырғандар. Осыған байланысты, үлкен жастағы адамдарды, созылмалы аурулар бар науқастарды, денсаулықтарына аса жауапты болуға, санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырамыз. Сонымен бірге, дәрігерлердің ескертулерін тыңдап, карантиндік шектеулерді сақтап, отырған адамдарға алғысымызды білдіреміз. В связи с создавшимся ажиотажем во многих аптеках области за последние 2 недели образовался дефицит некоторых лекарственных средств, таких как ацетилсалициловая кислота, азитромицин, зитмак, зитрокс, сумамед, аскорбиновая кислота, лидокаин, тромбоаз и другие.
Ну, данная ситуация напоминает дефицит масок трехмесячной давности, когда начиналась пандемия. В ближайшие дни будет достаточная поставка лекарств в аптеке области. Вместе с тем, в аптеках имеются аналоги лекарственных средств. В соответствии с поручением главы государства, в целях недопущения роста цен и контроля наличия лекарственных средств, на основании постановления главного санитарного врача созданы мониторинговые группы. Также в районах и городах филиалы партии «Нур-Отан» будут контролировать цены и наличие лекарственных средств. Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве по вопросам оптовой и розничной реализации лекарственных средств. Совместно с Алматинским областным филиалом Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности проведен мониторинг цен на лекарственные средства в розничной сети субъектов фармацевтической деятельности в области на соответствие предельным ценам. Также на 7 июля мониторингом охвачено 70 объектов провизорных стационаров. Мониторинг будет ежедневным. Проведена обширная разъяснительная работа по количеству отпускаемых в одни руки медикаментов для недопущения дефицита. Также в области на постоянной основе работают мониторинговые группы, которые проводят рейдовые проверки по соблюдению карантинного режима. В ходе 7470 рейдов выявлено 1544 нарушения. В области задействовано 165 бригад скорой медицинской помощи. За 6 месяцев текущего года ими обслужено более 300 тысяч вызовов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число вызовов увеличилось в 2 раза. В целом по области бригады скорой помощи обслуживают до 3000 вызовов в день. Идет большая нагрузка на сотрудников скорой медицинской помощи, поэтому акимом области было принято решение по увеличению бригад. Так, до конца года дополнительно ожидается поставка 100 автомобилей скорой помощи. Из них 70 приобретено в лизинг, 30 автомашин из местного бюджета. Поставка начнется уже в следующем месяце. Также для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи за счет средств республиканского бюджета осуществлена поставка 57 единиц портативных аппаратов искусственной вентиляции легких. В области на базе Талдыкурганской городской многопрофильной больницы работает круглосуточный единый медицинский информационный колл-центр. В настоящее время к центру подключено 59 медицинских организаций. Целью и задачей является улучшение качества и доступности предоставляемых медицинских услуг. Также в связи с увеличением количества заболеваемости на базе поликлиники номер 1 и номер 2 города Талдыкурган открыли колл-центры для дополнительной консультации. В области работает лаборатория ПЦР-анализов на базе Национального центра экспертизы, противочумной лаборатории, Венбекши-Казахский ЦРБ и частной клиники «Олимп». На этой неделе открывается еще одна лаборатория «Олимп» в городе Талдыкурган, где население области будет обслуживаться на платной основе и в рамках ГБМП. Также во исполнение поручения президента планируется открытие еще двух лабораторий на базе областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в городе Талдыкурган и Илийской ЦРБ. Всего в области проведено более 101 тысяч исследований. Принимаются все меры для обеспечения эффективного лечения больных с КВИ. На сегодняшний день имеется 50 рентген-аппаратов, 15 компьютерных томографов, 200 аппаратов ИВЛ, идет поставка 27 аппаратов ИВЛ. В течение 10-15 дней планируется поставка еще 50 ИВЛ аппаратов на сумму 600 миллионов тенге и кислородных концентратов 100 единиц на сумму 85 миллионов, которые приобретаются за счет местного бюджета. Готовится бюджетная заявка на ближайшее уточнение местного бюджета на приобретение дополнительного медицинского оборудования, в том числе ИВЛ и другие оборудования. В целом, по борьбе с коронавирусной инфекцией всего задействовано более 3500 сотрудников медицинского персонала, в том числе 851 врач и 2514 средний и младший медицинский персонал. Учитывая увеличение коечного фонда провизорного отделения, имеется дефицит кадров. В целом по области он составляет 156 врачей. На сегодняшний день привлекаются врачи, проходящие обучение в резидентуре, выпускники медицинских вузов и медколледжей. В данном направлении работа будет продолжена. Информация о наличии вакантных мест размещена в интернет-ресурсах области. Для медицинского персонала задействовано в инфекционных и провизорных стационарах
организовано проживание в гостиницах и полноценное питание. Все врачи на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день в области имеется месячный запас средств индивидуальной защиты, в том числе 850 тысяч масок, 350 тысяч пар перчаток и защитно-одноразовые костюмы 45 тысяч комплектов. В целом, с начала пандемии из резерва правительства и местного бюджета на приобретение только средств индивидуальной защиты было выделено 730 миллионов тенге. Планируется выделение дополнительных финансовых средств на приобретение СИЗов на осенне-зимний период. В течение 3 месяцев более 3000 медработников области получили фиксированные надбавки на общую сумму 1,2 миллиарда тенге. Также за счет местного бюджета 1023 медработника получили премию на общую сумму 137 миллионов тенге. В целях профилактики распространения инфекции коронавируса для 30 тысяч социально уязвимых категорий населения области запланирован закуп противовирусных препаратов на сумму 50 миллионов тенге. Құрметті жетісулықтар, бүгінгі үндетпен күрес жүріп жатқан қиын кезде ақ халат абзал жандар білім мен тәжірибесін бар күш жігерін қажыр қайратын жұмсап жан кешті еңбек етуде. Халықтың денсаулығын қорғау мен өмірін сақтап қалу жолында аянбай күресіп келеді. Медицина саласы мамандарының ерлікке пара-пара еселі еңбектеріне алғыс айтып, ризашылымызды білдіреміз. Халықтың қауіпсіздігі, азаматтардың денсаулығы арқайсымыздың өз қолымызда. Әзірше той-томалақ, отбасылық жиындарды тоқтату керек. Облыс тұрғындарын карантин режимін сақтауға, саналы түрде сақтық талаптарын орындауға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Батыржан Құлаймергенұлы. Ал біз екінші бөлімге өтеміз. Благодарю, Батыржан Құлаймергенович. Мы переходим ко второму этапу. Вопросы-ответы. Первый вопрос. Уточните, пожалуйста, количество заболевших пневмонией и из них тяжелые. Ну, я уже в докладе отметил, что у нас на сегодняшний день в области 2517 человек заболели пневмонией. Они все находятся у нас в провизорных стационарах. Из них 86 человек в тяжелом состоянии. Спасибо. Второй вопрос от сайта Закон.кз. Почему Талдыкурганская многопрофильная больница не подключена к борьбе с коронавирусной инфекцией и не принимает больных с пневмонией? Нет, так нельзя говорить. У нас многопрофильная больница задействована. Один блок – это 50 койко-мест. Сейчас проходит лечение. У нас в основном женщины беременные и тяжелобольные. Два блока предназначены для экстренной помощи, где там проводят операции и другие лечения. Спасибо. Переходим к третьему вопросу. Сколько в целом коек в городе Талдыкурган и в области? В городе Талдыкурган, давайте я скажу, у нас 5 провизоров задействовано на 530 коек. На сегодняшний день в Талдыкургане у нас лечится 433 человека. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Очень много жителей области беспокоятся об здоровье акима Алматинской области Аманды Кабасовича и спрашивают, где он находится на данный момент и какого его состояния. Ну, Аманды Кабасович, вы знаете, у него подтвердился коронавирус. Это мы 2 недели назад узнали. Он проходил лечение, но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение госпитализировать его в кардиологический центр города Нур-Султан. Сейчас он проходит там лечение. Состояние его намного улучшилось. Ну, человек, вы знаете, он постоянно занимается спортом, у него крепкое здоровье, так что в ближайшее время он уже выпишется и приступит к работе. Дай Бог. Следующий вопрос. Сколько ИВЛ аппаратов в области? На сегодняшний день, тоже это в докладе отмечал, у нас 200 ИВЛ аппаратов уже задействовано. Кроме этого, мы планируем в ближайшее время получить 77 аппаратов ИВЛ. Кроме этого, вы знаете, правительство закупает 1000 ИВЛ аппаратов, которые будут равномерно распределены по регионам, в том числе для нас тоже. Кроме этого, мы из местного бюджета
планируем на уточнение подать заявку на приобретение еще более 100 ИВЛ-аппаратов. Угу, спасибо. Еще один вопрос от наших коллег. Сайт Nur.kz. Где можно пройти тест на ковид в Алматинской области? Ну, для прохождения тестов у нас есть лаборатории. Платные тесты проводит частная клиника «Олимп». Кроме этого, для людей, входящих в группу риска, у нас работает противочумная лаборатория, лаборатория Национального центра экспертизы и в Енбекши-Казахском районе на базе Центральной районной больницы. Рахмет. Кезекті сұрақ, қамшы кезе сайтынан кепті. Жеке қорғаныс құралдары жеткілікті ме, әлде жоқ па дейді облыс бойынша? Мен алдында айтып кеткем, бізде бір айға қор бар. Енді күзге шейін біз тағда 588 миллионға тағда алайын деп жатырмыз. Рахмет. Келесі сұрақ, хватает ли лекарств в больницах? Ну, в лекарствах мы в первую очередь обеспечиваем больницы лекарственными средствами. У нас прямые поставки идут с СК фармации, вы знаете. На сегодняшний день идет отгрузка лекарств. У нас на 4-5 дней в больницах лекарственный запас есть, но поставка уже на днях будет полная для всех больниц в области. Спасибо. Очередной вопрос от наших коллег из Огни-Алатау. В городе наблюдается дефицит врачей. В данный момент сколько врачей не хватает в области и в городе? В городе у нас сейчас дефицит врачей примерно составляет 30-40 человек. Ну, вот я как и говорил, у нас привлекаемые студентов. У нас 4 реаниматолога, выпускника медицинских организаций уже приступили к работе. В целом по области дефицит 156 человек. Мы будем привлекать, у нас уже есть объявления на вакансии, на сайтах области размещены. Люди интересуются, в первую очередь, конечно, они интересуются, какая у них зарплата будет. Но вы знаете, что в первую очередь врачи, которые задействованы в инфекционных больницах и провизорах, получают надбавки из республики. От 450 до 850 тысяч тенге. Месяц? Месяц. Ага, спасибо. Следующий вопрос. Вопрос о работе участковых колл-центров. Ну, как я и отметил, у нас создан единый колл-центр, к которому привязано 59 поликлиник. Кроме этого, вот если взять город Талдыкурган, первая, вторая поликлиника открыли колл-центры, где участковые врачи консультируют людей, которые находятся на дому, проходят лечение на дому. Батыржан Кулаймергенұлы, біз қазір тікелей эфирдеміз, сонымен қатар әлеуметтік желіде тікелей эфирде отырмыз. Сол себепті біздің көрермендерден сұрақ келіп жатыр. Вопрос на русском языке. Полностью закрыли детские сады. Прорабатывается ли вопрос по дежурным группам? Если нет, возможности уйти на удаленную работу, как быть в этом случае? С кем оставлять детей? Спрашивают зрители. Ну, у нас постановление главного санитарного врача прописано, что детские сады все закрываются, кроме дежурных групп. Дежурные группы продолжают свою работу. Угу. Спасибо. Следующий вопрос также от подписчиков. Где можно найти подходящую работу, хотя бы временную, если карантин пройдет еще на 2 недели? Ну, вот здесь я бы хотел сказать, что у нас выделены средства на открытие 20 тысяч временных рабочих мест. Средняя зарплата там составляет от 43 до 85 тысяч тенге. Можно обращаться через центры занятости и трудоустраиваться на эти работы. Спасибо. Следующий вопрос. Почему перестали обрабатывать подъезды домов и детские площадки? Ну, эту работу мы не прекращали. Я еще в докладе отметил, что эта работа продолжается. У нас в неделю 2 раза идет масштабная обработка улиц и дворов. Это прописано тоже в постановлении. Эта работа будет на постоянной основе продолжаться. Угу. Рахмет, Батыржан Кулаймергенұлы. Біздің уақытымызда шектеулі. Құрметті көрермендер, және әлеуметтік желідегі біздің оқырмандарымыз. Әлеуметтік желіде қалған сұрақтардың барлығына біз Алматы облысының баспасөз қызметі жауап беретін болады.
Батырхан Кулаймергенович, спасибо за доклад и за то, что ответили на вопросы наших зрителей и коллег-журналистов. На этом мы с вами прощаемся. Хош саламат болыңыздар. Рахмет.